Степная орда. Производство «Синий Люксор». Постановка Луиджи Ровере. В ролях Кирк Моррис, Мойра Орфеи, Омбретта Колли, Даниэль Варгас и другие. Композитор Карло Рустичелли. Режиссер Америго Антон. Как осмеливаешься ты беспокоить меня во время праздника? Говори, пока я не приказал выпороть тебя. Могущественный господин, Самира была схвачена разбойниками. Что? Что ты несешь? Вы позволили людям Сандархана обмануть вас. Бог свидетель, мне не в чем упрекнуть себя. Ты самый настоящий болван, моя возлюбленная Самира в руках этого Сандархана. Дух добра, только что вызванный мною, требует наказания, чтобы изгнать духов зла. Вот как я наказываю предателей. А вы ступайте прочь. Возвращайтесь к Кьенсинхану. Напомните ему о нашем договоре. Скажите ему, что я хочу видеть здесь в добром здравии его дочь Самиру как можно раньше. Это условленная цена моего союзничества. Thank you.
Так, по-прежнему ничего? Нет, Сандархан. Твой отец наверняка заплатил выкуп. И еще до того, как солнце поднимется, чтобы прогнать ночь, ты сможешь вернуться к своим. Надо же, Малина как будто нервничает сегодня. Почему ты так переживаешь, Сандархан? Сегодня праздничный день для нас. Солнце уже давно ушло за скалы, а наблюдатели по-прежнему не возвестили о возвращении Амока. О, не волнуйся, Амок верен тебе. Я уверен, что он выполнит твое поручение, он отдал бы жизнь за тебя. Может быть, Янсенхан не согласился на мои условия, как ты думаешь? Нечего бояться, его дочь для него дороже всего золота. Готово. Золото ждет тебя в лесу Мака. Йенсенхан хочет, чтобы его дочь была возвращена до захода солнца. Может, и Йенсенхан хитер, но Сандархан хитрее него. И мы вернемся миру ее отцу только когда золото, которое я требую, будет в полной безопасности в моем шатре. Дельные слова. Все по коням. За мной! Езжай вперед, проверь, все ли спокойно. Осторожно, это засада. Расходитесь. Thank you.
Остановитесь! Проклятые псы! Нужно прятаться! Идем! Сюда! Сюда, давай! Вперед, быстрее! Эй, остановитесь там! Вперед! Давайте быстрее! Ты иди сюда! Быстрее, если не хотите подохнуть по дороге! Это он? Это он? Нет, это не Сандархан. Нужно отыскать его. Давайте вперед! Вот, смотрите, это ваше золото. Вперед, черт возьми! Не двигайся! Мы сильно ошиблись, недооценив изворотливость Есенхана. Смотри, булыжники, проклятые псы, они здорово надсмеялись над нами. К счастью, Самира осталась в наших руках. Нужно немедленно вернуться в лагерь. Они взяли много пленных. Люди Есенхана умеют пытать, они смогут вызнать, где мы, и тогда они поймают нас. Ты прав, нам нужно успеть вернуться первыми. Нельзя терять ни минуты, идем. Бери лошадей, поедешь с нами.
Еще вина? Нет, унеси его. Это путешествие, о котором вы говорили, интересует меня. Господин, я не вижу мою дочь Самиру рядом с тобой. Что опять случилось? Вы опять позволили им обмануть вас? Говори. Я разгневался. Господин Сандархан и его люди были уничтожены. Многие из них лежат сейчас в лесу Мака, а другие уже здесь, закованные в цепи. А Самира? Мы тщетно искали ее повсюду. Разбойники не привезли ее. Сандархана тоже не было там. Наши люди вели себя достойно, но, увы, удача была не на нашей стороне. Вы ни на что не годитесь. Вы можете только болтать. Послушай, я советую тебе уехать и привести мне дочь целой и невредимой, иначе я велю скормить тебя животным. Прикажи пытать пленников, и тогда, возможно, мы узнаем, наконец, где они прячут ее. Он прав, мы заставим их заговорить, господин. Вот увидишь, достаточно лишь отдать их в руки Шукая. Делай, что хочешь. Я хочу видеть раздавленную голову Сандархана на городской стене, или там будет твоя голова. Пошел отсюда! Акар, иди сюда. Я хочу сказать тебе, что наш господин разочарован. Твое поведение, а также эти воины, опечалили его. Их лень не подобает даже женщинам. Сделай что-нибудь, пробуди их к жизни. Ну же! Говорите! Говорите, где прячется Сандархан! Говорите! Предупреждаю, ваше упрямство дорого будет вам стоить. Ну хорошо, вы сами этого хотели. Стража! Принесите еще белой глины! Жальтесь! Нет! 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 Жальтесь! Только не это! Давайте, лейте воду. Я хочу, чтобы глина задушила вас. Вы видите, мой повелитель, мы выполняем ваш приказ. Эти собаки заговорили? Нет еще, но заговорят. Никто еще не смог сопротивляться белой глине. Давай, налей еще воды. Жальтесь, я не могу. Я не могу больше дышать. Еще, лей еще. Прошу вас, прекратите. Я скажу. Сандархан скрывается на плато Расхун. Именно там. Займись лошадьми. Мы попали в засаду, многих убили, остальных взяли в плен. И что теперь? Что мы будем делать? Соберите всех, возьмите только необходимое, все остальное сжигайте, выполняйте.
Сандархан, где твои люди? Они остались там, в лесу Мака. Но почему мы бежим? Сильный не бежит от врага. Я вынужден. Они взяли пленников. Те могут сказать все. Ты видишь, эта женщина навлекает на нас одни несчастья. Ты не послушался меня, ты видишь? Ты потерял своих лучших людей. Замолчи, иди прочь. Оставь меня в покое. Уйдешь ты, наконец? Ты несешь одни глупости, идиотка. В тебе говорит ревность. Думаешь, я не умею читать по твоим глазам? Это правда, я люблю тебя. И каждый раз, когда ты уезжаешь, я боюсь, что больше не увижу тебя. Алина, прекрати нести ерунду, сейчас не время. Оставь эту женщину. Это источник наших несчастий. Хватит уже, Малина. Давай, бери свои вещи и следуй за мной. Нужно ускорить отъезд, Кувалай. Нельзя терять время. Я уверен, они скоро уже будут здесь. Я хочу, чтобы они нашли один пепел. Я доверяю тебе. Рассчитывай на меня, быстро. Приготовьте телеги. Подождите шатры. Я хочу, чтобы вы разрушили все. Ты тоже иди с ними. Быстрее. Поспешите. Сожгите все. Берите только необходимое. Спешится! Ищите повсюду! Найдите следы этих бандитов! Начинайте оттуда! Вот дорога, Сандархан! Спасибо! Благодаря тебе мы все спасены! Вперед! Идите сюда! Сюда! Смелее, еще одно усилие, и мы скоро все будем в безопасности! Вперед! Быстрее! Проходите! Проходи быстрее! Давай! Иди, не бойся! Давайте быстрее! Поторопитесь! Теперь наша очередь. Вперед!
Мы остановимся здесь. Они не ушли далеко. Не могли же они провалиться сквозь землю? Но нет никаких следов. Скоро наступит ночь. Это не облегчит нам поиски. Разобьем лагерь здесь, а завтра догоним их. Ты должен отвезти всех людей в надежное место. А я возьму с собой двух человек. И благодаря черному порошку эти проклятые решат, что мы все взлетели на воздух. Постарайся быть осторожным. Ты нужен нам. Идемте. Думаю, настало время действовать нам. Отходите. Ужасно, я знаю. Но они сами захотели этого. Теперь нужно будет опять найти черного порошка. Он пригодится нам. Ну что, опять ничего? Ничего, целый день я скакал по степи, все спокойно. Прогони эти черные мысли, Сандархан. Ты же знаешь, это невозможно. Я не могу сидеть, сложа руки. Ну что еще мы можем? Нас слишком мало, чтобы пытаться сделать что бы то ни было. Да, но если Ян Сен и его люди найдут наше убежище, нам всем придет конец. А ты, наверное, хотел бы уехать, чтобы отец Самиры совершенно потерял ее след? Ну же, Сандархан, скажи мне правду. Что ты думаешь делать? Принцесса, я хочу, чтобы ты послушала меня. Я знаю, что твоя красота стоит гораздо больше того золота, что я просил у Янсенхана. И однако я думаю, зачем нужно было уничтожать моих людей и терять такое сокровище. Тот, кто думает только о богатстве, никогда не будет счастлив. Не для себя хочу я золото, а для счастья моего племени. Каждый раз стяжатели прикрываются другими. Слова твои мудры. Я понимаю, в детстве у тебя был хороший учитель, но сейчас, мне кажется, твои слова идут вразрез с твоим положением. Принеся большие несчастья моему народу, ты прячешь теперь свое истинное лицо под маской спокойствия, которое кажется мне фальшивым.
Душа мудреца словно солнце, а душа неосторожного в смятении. Я никому не позволю говорить со мной в таком тоне. Постарайся придержать свой язык, иначе я покажу тебе, кто здесь сильнее. Что ты здесь делаешь, Малина? Не приставай ко мне. И не трогай пленницу, ты поняла? У меня и так хватает сейчас забот. Ты боишься, что я захочу причинить ей зло? Ее красота ослепила тебя, заставила забыть, что на нас надвигается беда. Молчи. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Если ты хочешь нам добра, дай вернуться домой. К отцу, тогда в наше племя вернется спокойствие. Ты не способна понять. Он умрет. Он умрет. Быстрее, помогите мне, пожалуйста, спасите моего сына. Спасите. Успокойся. Дай мне взглянуть. Дайте его мне. Он поправится? Теперь уже нечего бояться, но ему повезло, что я оказалась здесь и смогла спасти его. Почему ты это делаешь? Это маленький ребенок. Ты просидела с ним всю ночь. Я и не заметила этого. Идем, дадим ему поспать. Люди благодарны тебе за этот поступок. В обмен на жизнь этого мальчика я возвращаю тебе свободу. Возвращайся к отцу. Какая свобода? Что за свобода может быть у женщины, которая должна выйти замуж за жестокого Атахана? Ты должна выйти за Атахана? Да. Ты видишь, у меня нет выбора. Здесь я пленница, а у него я буду рабыней. Для тебя я стою одной телеги с золотом, а для Атахана — королевство моего отца. Твой отец настолько боится Атахана? Часть моей крови принадлежит другому народу. Возможно, отец не считает меня достойной правления. Что ты намереваешься делать? Не знаю. Повиноваться и вернуться к отцу. Я не могу предложить тебе богатство, наша жизнь очень опасна, но если ты хочешь остаться здесь, ты больше не должна никого бояться, Самира, даже Атахана. Кулай, смотри. Смотри. Судя по тому, что я вижу, кое-кто не слишком скучает здесь. Проклятая чужеземка, ты довольна? Ты украла у меня мужчину, которого я люблю. Но поверь мне, я не оставлю все это так. Я убью тебя, и когда земля омоется твоей кровью, мы будем счастливы. Счастливы. Прекрати, Малина. Ты совсем помешалась и потеряла рассудок. Это ты потерял рассудок. Из-за этой женщины ты потерял все, что у нас было. Из-за нее мы потеряли наших лучших мужчин. Своими словами ты нарушила законы нашего племени. Своим языком ты оскорбила и своего повелителя. Ты понимаешь, ты недостойна быть с ним. Иди прочь.
Возвращайся в степь, где я подобрал тебя, когда ты умирала с голода. У меня осталось к тебе лишь презрение. Убирайся. Я больше не хочу тебя видеть. Проклятые собаки! Вы дорого заплатите за это. Послушай, Самира, я думаю, самым мудрым решением будет твое возвращение к отцу. Между нами опять появляется препятствие, мы не можем изменить судьбу. Если это единственное возможное решение, я готова исполнить его. Я уверен, когда твой отец увидит тебя целой и невредимой, он не будет больше сомневаться в моей верности. Я знаю, что смогу убедить его. Хорошо, тебе нужно собираться. Я дам тебе людей в сопровождение. Идем. Пойдем. Да, я думаю, ты прав. Когда отец убедится в моих чувствах, опасность будет предотвращена. Собирайся. Кублай, послушай меня. Мне нужно 4 мужчин, которые отвезут Самиру до ворот города Катам. Правильное решение, я все сделаю. Кадир, Амок, Калим, Сутам. Седлайте лошадей и приготовьтесь к отъезду. Хорошо. И побыстрее. Идемте. Анклея, дорогой, не забывай меня. Прощай. Прощай, Самира. В дорогу. Четверо справа, четверо слева. Окружить их. Мы выполнили ваш приказ. Пусть Господь защитит тебя, Самира. Я благодарю вас. Не двигайтесь. Вы не внушаете доверия. Вы слишком дикий. Кто вы? Ты уже не узнаешь меня? Я принцесса Самира. Я твоя принцесса Ашим. Прости меня, такая неожиданность. Она наполняет меня радостью. Я немедленно отвезу тебя к твоему отцу. Езжай за мной. Прощай, Самира.
Куда вы направились? Езжай за мной. Вам нечего бояться. С вашей головы не упадет ни один волос. Вперед! И тогда он упал околдованный. Прости меня, великий Йенсенхан, но прекрасная принцесса Самира и Ашим вернулись к нам. К нам? Целые и невредимые? Это правда? Она предстанет перед твоими глазами красивая, как никогда. Самира. Я принесла тебе хорошие новости. Видеть тебя — самая большая радость для меня. Все остальное не важно. Прошу тебя, отец, я хочу, чтобы все вышли. Мои новости только для тебя одного. Идите. Счастье, которое ты видишь в моих глазах, подскажет тебе, что мое горе уже прошло, отец. Тебе удалось бежать. Но как это случилось? Сандархан достойный человек и очень щедрый. Доказательство тому то, что я здесь, цела и невредима. Это его люди сопроводили меня сюда. Это он освободил тебя. Я понимаю твои чувства, но это еще одна из его хитростей. Сандархан опасен для нас всех, и я должен опасаться его. Охрана! Нет, дай мне все объяснить тебе. Охрана! Но что ты хочешь делать? Заковать людей Сандархана в цепи и отправить на работы с другими рабами. Отец, прошу тебя, Сандархан протягивает тебе руку. Вот почему он отпустил меня. Он хочет быть твоим союзником, предложить тебе помощь. Я счастлив снова тебя видеть, но я не хочу больше слышать об этом ни слова. Отец, подумай, он может быть полезен нам. Он хороший воин. Твоя душа подалась на его чары, я вижу это. Но я слишком стар, чтобы попадаться на такие уловки. Мой жизненный опыт позволяет судить мне об этом лучше. Атахан, наш сосед, ожидает тебя для вашей помолвки. И я не могу нарушить твое слово. Но сам Атахан не выполняет своих обещаний, и ты жертвуешь меня напрасно. Что за глупости? Прошу тебя, ты же не хочешь, чтобы я была несчастлива. Значит, ты не должен настаивать на этом браке. Ты еще будешь благодарить меня, дочь моя. Мы больше не будем терять время. Приготовьте необходимые для отъезда. И с восходом солнца вооруженный эскорт сопроводит мою дочь ко двору Атахана. Пошлите немедленно гонцов. Пусть один из гонцов приготовится к отъезду. Ты можешь идти. Кто ты? Чего ты хочешь? От имени моего могущественного господина Йенсенхана я приехал объявить о приезде его дочери, принцессы Самиры, будущей супруги Атахана. Она в сопровождении охраны скоро прибудет сюда. Хорошо, я передам эту новость моему хозяину. Ты можешь ехать. Как ты видишь, наши владения стали слишком тесны для нас. Тебе достаточно лишь приказать, господин, и твои солдаты расширят их, как ты захочешь. Один из стражников, господин, хотел бы поговорить с тобой. Пусть войдет. Прости меня, господин, что я беспокою тебя, но новость, которую я принес, оправдывает мое поведение. Говори. Прекрасная принцесса Самира скоро прибудет сюда. Один из гонцов только что привез эту новость. Ты видишь, в очередной раз мое желание преодолело все препятствия. Объявите это повсюду и приготовьтесь достойно встретить ту, что станет моей женой. Займитесь этим, ты будешь отвечать за прием. Иди прочь.
Добро пожаловать, прекрасная Самира. Небо услышало и исполнило мои самые сильные желания, дав мне в руки такое сокровище. Господин, мы передаем в твои руки нашу прекрасную принцессу Самиру и теперь ждем твоих распоряжений. Как только все вы отдохнете, я хочу, чтобы вы вернулись к своему хозяину и доложили ему, что принцессе Самире будут оказаны почести, полагающие ее рангу. И один из гонцов вскоре принесет ему известие о свадьбе. Кто мог подумать, что может существовать на земле жемчужина, подобная этой? Прекрасная Самира, так утомлена поездкой, что не в силах ответить на наши слова. Нет, не усталость мешает мне ответить на ваши слова. Но мое сердце не подсказывает мне достойного ответа. Я понимаю. В таком случае ты можешь отдохнуть в чудесной обстановке, которая царит в твоем новом жилище. Теперь ты, наконец, можешь сказать, что держишь в своих руках Янсенхана. Фортуна улыбается Атахану, и не только на поле брани. Принцесса очень мила, но такая грустная. Кажется, она совершенно не рада. Не нужно больше ждать. Мне нужны самые лучшие и хладнокровные из моих людей. Наши солдаты готовы. Когда взойдет луна, с моими солдатами я отправляюсь на завоевание всех соседних территорий. В том числе и владение верного Янсенхана. Принцесса Самира отныне в твоей власти. Только трус не воспользуется этим, а ты слишком смел и влиятелен. Невинность и глупость — вот недостатки, которых у меня точно нет. Это я и люблю в тебе, господин. Я пройду вместе с тобой весь этот сложный путь и всегда буду готов прийти на помощь и помочь добраться до самых звезд. Все, что я хочу, ты слышишь, я получу. Я хочу присоединить огромные земли Янсенхана к моим, и тогда, когда захочу. В следующий восход луны я призову духов добра, чтобы они защитили тебя, господин, и помогли твоим воинам добиться всего. Девушка, которая скоро выйдет замуж, должна смеяться от радости. Конечно. Если она добровольно отдала свое сердце, она будет петь и улыбаться всю свою жизнь. Но я... Я понимаю тебя, и мы все сочувствуем тебе. Но постарайся держать себя в руках, принцесса. Слезами делу не поможешь. Это правда. Бесполезно все время плакать. Не грусти. Всех нас ожидает еще более тяжелая участь, чем твоя. На что я могу надеяться отныне? Если даже мой отец уступил Атахану, сейчас я могла бы быть счастлива с мужчиной, которого я люблю. Если все это правда, что ты говоришь, он слишком любит тебя, чтобы покинуть. Но что он может сделать для меня? Он так далеко отсюда. Оставьте нас одних. Я приказал вам выйти. Никто еще не заставлял меня повторять приказания. Я вижу в твоих глазах неприязнь. Это чувство недостойно моей будущей супруги. Я здесь против своей воли, не забывайте. Сидеть возле меня, править всеми моими людьми, быть самой желанной из женщин — все это должно сделать тебя счастливой, однако... Я предпочла бы стать одной из ваших рабынь. Я не потерплю таких разговоров, как и твою надменность. Я мог бы разрушить все, что ты любишь. Помни об этом. Я не люблю вас, и я вас не боюсь. Послушай меня, Самира. Я хочу, чтобы ты забыла все эти страхи, и чтобы ты предстала передо мной во всей своей красоте. Как может мужчина желать женщину, которая презирает его? Ты еще не оправилась от того, что приключилось с тобой. Переживания и страхи сделали тебя вспыльчивой. Я понимаю это. Знай, что я убивал людей за гораздо меньшие проступки. Я желаю тебя, потому что ты красива. Приготовься к свадьбе, и я советую тебе в следующий раз быть полюбезнее со мной.
Куда ты хочешь идти? Я не могу больше ждать. Я хочу узнать новости о Самире. Я боюсь, с ней наверняка что-то случилось. Не волнуйся, Цандархан. Она вернулась домой к своему отцу. Для нее не может быть места надежнее. Но почему наши люди не вернулись? Прошло уже столько дней. Опасность угрожает нам, я уверен. Как ты сможешь войти в город Катам? Ворота охраняются. Я не могу оставаться вот так здесь, сидеть и ждать. Я должен туда поехать. Если это твое решение, я поеду с тобой. Нет, я не позволю тебе подвергаться такому риску. Я разбойник, Сандархан. Я люблю риски и приключения. Когда ты был еще ребенком, я разделял твои радости и печали. И теперь я не намерен оставлять тебя одного. Я обещал твоему отцу, везде, где будет Сандархан, будет и Кублай. И там, где будет Кублай, будет и Сандархан. Ладно, в дорогу. Вот это дело. Осторожность прежде всего, Сандархан. Там столько людей, которые хотят убить нас. Ладно, оставим лошадей и спрячем оружие. Мы войдем наравне со всеми. Я знаю место, где можно оставить лошадей в безопасности. Поехали. Последи за лошадьми. Говорят, что разбойники делят свою добычу с пастухами. Это нелепые слухи, я не верю в это. Но это правда, один из пастухов рассказал мне. Нужно смешаться с этой толпой, и мы запросто войдем в город. Вот увидишь. Ворота охраняются, нужно быть осторожнее. Неужели никто не поможет этой бедной женщине? Идем. Ты устал, это понятно. Как тебе удалось дотащить сюда эту тяжелую ношу? Если бы мои руки были такими же сильными, как ваши, я могла бы легко переносить все эти сумки. Мы поможем тебе донести все до рынка. Ты довольна? Спасибо, я буду думать, что само небо послало вас мне. Идемте. Сюда. Впервые я встречаю таких мужчин. Ну вот, теперь ты видишь, никогда нельзя отчаиваться. Стой! Это еще что такое? Ну ладно тебе, ты же знаешь меня, эти двое юношей просто помогают переносить мне товар. Хорошо, проходи. Я прохожу здесь каждый день, и каждый раз он делает вид, что не узнает меня. Это здесь. Мы пришли? Да, это мое место. Мы еще нужны тебе? Нет, спасибо, вы были очень добры ко мне. Идите, идите дальше. Это правда, что говорят о принцессе Самире? Что ее захватили разбойники? Наша бедняжка, не говорите мне об этой ужасной истории. Мое сердце уходит в пятки при одной мысли о том, что эта девушка находится в руках этих зверей. Да, ты совершенно права. Эти разбойники настоящие дикари. А принцесса, что говорят о ней? Понятия не имею. Я не вмешиваюсь в эти дела. Держите и выпейте стаканчик. Спасибо, мы зайдем в ближайшую таверну и опустошим бутылку вина. А? Что ты скажешь? Хорошо. До свидания. И еще раз спасибо. До свидания. Thank you.
Альт! Стой! Куда ты направляешься так быстро? Я хочу поговорить с кем-то из охраны. Скажите, что это важно. Скажи Шукаю, что к нему пришли. А может быть, ты скажешь это мне? Нет, мое дело касается только его. Мои люди проведут тебя. Вы. Отведите эту женщину к Шукаю. Чего ты хочешь? Я хочу подарить тебе возможность схватить того, кого ты ищешь. Думаешь, я поверю в это? Прошли уже месяцы, а никто ничего так и не слышал о нем. Ты должен верить мне, или ты думаешь, что я преодолела все опасности, чтобы солгать тебе? Может быть, ты и хочешь нам помочь. До сих пор схватить Сандархана было невозможно. Я не хочу отказываться от такого случая. Но запомни одно. Если до восхода следующей луны Сандархан не окажется в наших руках, ты узнаешь, какая участь была уготовлена ему. Вы! Возьмите 10 человек и идите со мной. Я никогда не видела эту женщину. Прямая, словно статуя. Зачем она явилась сюда? Каждый здесь может оказаться переодетым Сандарханом. Я найду его. Эта таверна нравится тебе? Да. Принеси нам поесть. И главное, выпить. Побольше. Мы тоже хотим пить. Давай, поворачивайся быстрее. Иду, иду. Тот мужчина утром на рынке был очень странный, вам не кажется? Хозяин! Я вижу, все эти люди не местные. Я думаю, мы не сможем узнать то, что нам нужно. Забудь на время об этом. Мы здесь, чтобы развеяться и подкрепиться. И главное, выпить за здоровье той женщины, которая никогда не видела живого разбойника. Принеси нам выпить, и побыстрей. Мы умираем от жажды. Иду. Поспеши прийти. Мы хотели бы посмотреть на твою танцовщицу. Да, устрой нам праздник. Праздник, праздник. Давай, иди, спускайся. Мы достойно примем тебя. Давай, танцуй, танцуй. Признаюсь, эта девушка заставляет меня забыть обо всем. Посмотри на нее. Да, она очень красива. Это он. Я думаю,
Осторожно, Сандархан, осторожно! Беги, Кублай, спасайся. Нет, я останусь с тобой. Если нас хватит обоих, у нашего племени не останется никаких шансов. Кублай, я справлюсь один, беги. Нет, нет, нет. Я не покину тебя. Твоя жертва бессмысленна, им нужен один я. Беги, быстрее. Прекратите, он нужен мне живым. Стойте, я сдаюсь. Он сбежит, нужно схватить его. Приведите его сюда. На колени. Великий Янсен Хан, я сдержал данное мной обещание. Вот он, у ваших ног. Он ваш пленник. Сегодня я чувствую себя вознагражденным за все пережитые страхи и сомнения. Оставь его и иди. Не прощай его. Он должен умереть. Не сейчас. Я хочу придумать ему кончину, которая бы развлекла нас всех. Я хочу придумать что-нибудь очень забавное. Те два борца, которых ты недавно привез для меня, еще здесь, я надеюсь? Да, они здесь, готовые подчиниться тебе и повеселить тебя. Прикажи им прийти. Хорошо. Я хочу быть с тобой щедрым. Я не буду убивать тебя. Я даже подарю тебе возможность остаться в живых. Приготовься к схватке, разбойник. И мы посмотрим, хватит ли твоей смелости на что-то другое, нежели похищение девушек. Если ты пройдешь это испытание, я подарю тебе жизнь. Ah!
Злодей. Нужно быть колдуном, чтобы уметь так выкручиваться. Ладно, я обещал тебе подарить жизнь, но ты пожалеешь, что не умер. Стража, отведите его и держите вместе с рабами. Вперед, собаки! Давайте работать! Шевелитесь! Шевелитесь, лентяи! Шевелитесь! Ты просто трус, я хотел бы убить тебя. Замолчи! Смотрите, это Сандархан. Значит, у нас не осталось никакой надежды. Все кончено. Иди сюда. Отнесите его. Все пропало. Осторожнее, замолчи. Кублаю удалось спастись. Он свободен. Молчать! Мы здесь, Кувлай. Где Сандархан? Он в тюрьме, как и мы. Передай ему этот нож. Что мне сказать ему? Скажи, что я вернусь освободить вас всех, но нужно выбрать подходящий момент. Прощай. Возвращайся быстрей.
Мой господин, я пришел сообщить тебе, что войска Атахана вторглись на нашу землю. Кажется, твоей дочери ему недостаточно. Он хочет получить еще и твое королевство. Это невозможно. Атахан мой верный союзник. Скажи, ты уверен, что речь идет о нашем соседе? Хоть я и простой солдат, но говорю правду. Это невероятно. Моя дочь при дворе Атахана лучшей гарантии мира я не мог и получить. Я не верю этому. Иди и успокой моих солдат. Скажи, что им не нужно бояться. Атахан мой друг. Вы можете идти. Какие у тебя новости? Не слишком хорошие. Атахан одержал новые победы, но не будем отчаиваться. Скажи всю правду. Наш город скоро будет в его руках? Ответь мне. Но тогда мы и наши семьи, что с нами будет? Мой отец ошибался, слишком доверяя Атахану. Думаю, он не сможет сопротивляться. Все кончено. Я не могу в это поверить. Нужно надеяться, и нам обязательно нужно сбежать. Но как мы сможем? Никто не может помочь. У нас есть шанс. Никто сейчас не думает о нас. К тому же, не все верны Атахану. Стражники, их всегда можно подкупить. Доверьтесь мне. Я займусь этим. Быстрее! Давайте быстрее! Все на стену! Все на стену! Собери всех мужчин города. Все, кто способен драться, будут защищать дворец до последнего. Идемте. Следуйте за мной. Ты видишь, я все время рядом. В минуты опасности и победы. Всадники едут за мной. Быстрее! Всем подойти к стене! Это Кублай. Друзья мои, это Кублай. Как ты мог пробраться сюда? Мне удалось просочиться сквозь стены. Идем. Не будем терять времени. Нужно бороться, пока Атахан не захватил весь город. Идемте все. Эй.
Но здесь никого нет. Поэтому мне и удалось пробраться к вам. Все сражаются на крепостной стене, спасая город. Нам нужно найти способ выбраться отсюда. Не спеши, Сандархан. Весь город окружен. Не знаю, сможем ли мы выйти отсюда живыми. Я должен сказать тебе еще одно. Малина предала тебя. Это она провела татар от Ахана в таверну. Ненависть толкнула на самое низкое из возможных преступлений. Ладно. Но она будет наказана по заслугам. А сейчас подумаем о нас. Идемте. Знаешь ли ты, где Самира? Самира уже не здесь. Ее отвезли в дворец Атахана. Проклятие. Самира в опасности. Мы должны спасти ее. Это чудесно. Осталось только дождаться окончания битвы, прежде чем ехать. Кублай, нужно, чтобы осада закончилась как можно скорее. Нам остается только одно. Мы тоже будем драться против Атахана. На стену! На стену! Мы окружены! Все наверх! Получи! Все сюда! Идите сюда! Король ранен! Оставьте меня! Оставьте! Несите его сюда, в укрытие! Быстрее! Положите его здесь! Позовите врача! Королю нужен уход! Скорее врача! Он умирает! Вперед, собаки! Вперед! Скажи мне правду, как обстоят дела? Господин, Сандархан и его люди сражаются наравне с твоими солдатами. Тем лучше. Да. Возможно, я был неправ, что не поверил, когда Самира уверяла меня в верности Сандархана. Они перестраиваются. Они готовятся к новой атаке. Тем временем нужно подобрать раненых. Наконец-то я тебя нашел. Пусти меня, нет. Пусти, чего ты хочешь? Ты знаешь, это не хуже меня. Ты осмелилась приступить законы нашего племени, но ты заплатишь за это. Смотрите, вот та, которая предала нашего вождя. Идите, идите быстрее, король умирает. Мы не можем долго сопротивляться. Доверьтесь мне, только хитрость может спасти нас. Говори, что ты намерен делать? Попросите у них перемирие, я займусь остальным. Он прав. Да, мы попытаемся. Поднимите знак перемирия. Откройте главную дверь.
Я пришел, чтобы дать возможность всем солдатам сохранить жизнь и не погибнуть в этом глупом сражении. Небо вдохновило меня. Оставь небо в покое и скажи нам, чего ты хочешь. Я хочу сберечь этих храбрецов. Я прошу, ты ничего не можешь просить у меня. Ты знаешь, что я сильнее тебя. Ты хочешь погубить своих солдат, даже не выслушав меня? Нет, я не буду слушать тебя. Ты заслуживаешь смерти. Не забывай, господин, что он находится под защитой перемирия, на которое ты только что согласился. Мы предлагаем вот что. Мы будем бороться вдвоем, Атахан, один на один. Ты насмехаешься надо мной, великий Атахан не будет бороться с первым встречным крестьянином. Знай, Атахан, что я не менее знатен, чем ты. Я глава племени Гюзов, глава этих разбойников. Как тебя зовут? Сандархан. Я бросаю тебе вызов. От одного из нас будет зависеть исход сражения. Вперед! Здравствуй, Сандархан! Да здравствует Сандархан! Да здравствует Сандархан! Все кончено. Все кончено. Прости меня, Самира. Сандархан, я так ненавидел тебя, но сейчас я переживал за тебя. Я был несправедлив к тебе, Самира. Возьми это. И правь моим народом. Ты единственный, кто достоин этого, Сандархан. Почему небо выбрало этот день, чтобы причинить мне страдания? Да здравствует Сандархан!
Да здравствует Сандархан! Первый раз мы разлучаемся по нашему желанию, Кувлай. Да, мы больше не разбойники. Я первый должен уважать и соблюдать законы нового короля. Кому еще я мог доверить такую почетную миссию, как вернуть золото в далекие земли Дюская? Ты делаешь мне слишком много чести. Сегодня начало новой жизни. Отныне мы будем бороться под этим знаменем. Я буду сражаться ради тебя, как всегда. Да здравствует Сандархан! Да здравствует Сандархан!